Золотой Сигзаур навсегда. Всем привет, с вами Андрей Беттер. И сегодня мы поговорим, как же получить золотой Сигзаур навсегда бесплатно. И куча много разного доната. И, конечно же, эксклюзивных нашивочек. Приглашай друзей, получай уникальные награды. Чтобы получить вот это чудо, вот это прекрасное чудо, вам всего лишь надо приглашать своих товарищей, друзей, и чтобы они играли, получали уровень, опыт и так далее в игре. Новые достижения уникальные. Золотой Сигзаур. Итак, мы заходим во вкладочку «Друзья» на официальном сайте Warface и видим вот такую вот страницу, где у вас будут личные задания и наши награды. Так вот, в этом разделе находятся твои личные задания. Часть из них ты можешь выполнить сам, а часть вместе с игроком, который пригласил тебя. Ник на форуме. Свяжись с товарищем в игре, используя имена его персонажей. Так вот, за то, что вы получили 20 ранг, вам дают тайп и VIP-ускоритель. 5 дней. VIP-ускоритель и оружие на выбор. Фабарм. Дробовик. XL R5. Престиж. ACR-CQB, также VIP-ускоритель к нему. M4 Crazy Horse, также VIP-ускоритель. Получи 35 ранг. На 7 дней дают Defense Card, VIP-ускоритель, Mossberg VIP-ускоритель, Magpul VIP-ускоритель, Macmillan VIP-ускоритель. Халявы мало. Много, точнее, не бывает. Поэтому смотрим. Пройди 3 разные спецоперации на уровне легко, вместе с тем, кто пригласил тебя в игру. То бишь это идет к тому, кого вы позвали играть в Warface по вашей ссылке. Так вот, пройди 3 разные спецоперации на уровне легко вместе с тем, кто пригласил тебя. М60 Е4 пулемет на 15 дней. Очень хорошо. Ютус UTS на 15 дней. ПП-2000 на 15 дней. М40 опять снайперская винтовка, болтовая на 15 дней. Так. Пройди 30 простых ПВЕ миссий на уровне легко вместе с тем, кто пригласил тебя. На 3 дня элитная ЦР, элитная Сайга, элитный Крис, элитная МК-14 ЕБР. Ну и собственно все. Выиграй 20 ПВП матчей в быстрой игре вместе с тем, кто пригласил тебя. На 20 дней боевые ботинки, на 20 дней боевые перчатки, на 20 дней боевой шлем штурмовика, 20 дней боевой жилет штурмовика. Этот весь комплект снаряжения будет у вас. Весь комплект боевого снаряжения на все классы. Так, выиграть 50 ПВП матчей в быстрой игре вместе с тем, кто пригласил тебя. Комплект элитного снаряжения для одного класса. Шлем на выбор. Доберись до 10 ранга в рейтинговых матчах. Ну, в принципе, не такие уж и тяжелые, я сказал бы, миссии. Лидер шлем, медика, снайпера, штурмовика, инженера. Очень хорошо. На 60 дней, 2 месяца вы будете играть в шлеме лидер. Это просто шикарный шлем, так как он пополняет здоровье, защищает от слепа вроде бы как, если мне память не изменяет. 100 кредитов навсегда. Потрать 300 кредитов. То бишь, если ваш товарищ, которого вы позвали по ссылке, потратит 300 кредитов, вам за это дадут 100 кредитов. Ну, как-то нелогично, ребят, нелогично. Вступи в клан и заработай 30 тысяч очков клана. Ну, это не так уж и долго, в принципе. Если же ваш товарищ будет играть вместе с вами, а у вас уже есть клан, вы его позовете в клан и будете вместе катать РМ, КВшечки, то это, в принципе, сделать можно за один-пару дней. Легко. Комплект снаряжения на один класс. То бишь, элитного снаряжения, я считаю, это вообще чётенько. Потому что там и пушки, и одежда, и, короче, всё-всё-всё. Так, оружие и камуфляж Open Cup на один класс. Камуфляж Open Cup для эмочки нашей любимой. И эмочка, соответственно, эмочка на 30 дней. Все это идет на 30 дней. Прими участие в 5 турнирах и пройди минимум 3 этапа в каждом вместе с тем, кто тебя пригласил. То бишь, ваш друг должен
принять участие в 5 турнирах вместе с вами и пройти минимум 3 этапа. Блин, ребят, это бред. Это большой бред. Если человек новичок, он не будет играть ни в какие турниры, потому что он тупо не умеет делать этого. Понимаете? Я не знаю, вот это все, то бишь, это все четненькие такие, можно сделать, да, вместе с другом вы пойдете и будете фармить эти миссии, и все. Самое последнее, это самое дебильное задание, которое вообще можете вы сделать. Потому что в 5 турнирах принять участие новичок не сможет, вообще никак, ни разу. Так что, уважаемые разработчики, пожалуйста, как-нибудь миссию эту переделайте, что ли, потому что это нереально сделать. Вот. Но в принципе все хорошо, все миссии довольно-таки не тяжелые, можно их выполнить. Только единственное, вас тут нарекают донатить туда в игру. То есть 300 кредитов это 150 рублей, и соответственно вас принуждают донатить 150 рублей. Это минимум, как минимум, точнее. Вот. Ну тоже как-то не очень, не nice. Да. Твои награды. Получай награды за приглашение друзей и их прогресс в игре. Обрати внимание, что твои друзья должны совершить определенные действия, чтобы ты получил награду. Количество наград ограничено. Не забудь забрать награду на данной странице. Золотой Сигзаур. Вот она, самая сладкая просто награда. Навсегда. Бесплатно. Ну, 150 кредитов только, если. 5 твоих друзей выполнили все задания из списка. А, здесь еще и 5 друзей должны это сделать. Ху-ху-ху, это очень жестко. Ребят, это вы годами будете делать это, чтобы получить золотой Сигзаур. Это очень сложно, это очень сложная реферальная система. Даже вот за вот такой вот Сигзаур, золотой, красивенький, весь такой, ну, золотой весь какой-то. Не стоит он того, не стоит наших стараний, друзья. 5 твоих друзей достигли 10 ранга. Ну, вполне за такое деревце будет 10 ранга, чтобы 5 твоих друзей, которых ты пригласил по реферальной ссылке, достигли 10 ранга. Вам дают вот такое дерево жизни и любви. Хотите, так его будем называть. 5 друзей выполнили задание выиграть 50 PvP матчей в быстрой игре вместе с тем, кто пригласил тебя. Что, блин? Выиграть 50 PvP матчей в быстрой игре вместе с тем, кто пригласил тебя. Ну, в принципе, это не так уж трудно, но нудно это будет. Вот. Друг достиг 10 ранга. Подожди, 10 ранга. Опять твоих. Это один друг. Понял. На один день VIP-ускоритель обычный. VIP-ускоритель и также тайпы. Фабарм Престиж, SRCQB, Crazy Horse. Друг достиг 20 ранга. Ну, донатик на 5 дней, я считаю, нормальненько. Но остальное идет все почти то же самое. То бишь, тоже на 7 дней донат, на 15 дней обычные стволы из Цеварбаксы. На 3 дня уже элитка пошла, снаряжение, 100 кредитов. И опять же у нас есть турнир, блин, турниры играть. То бишь, принять участие в 5 турнирах и пройди минимум 3 этапа в каждом вместе с тем, кого ты пригласил. Это получается, ты должен с каждым игроком, кого ты позвал, играть 5 турниров. То бишь 5 игроков, 5 турниров. Это 25 турниров надо сыграть. Да это когда потребуется, господи. Разработчики, уважаемые, пожалуйста, исправьте это задание. Или вообще его уберите. Кому нужен нахрен ваш этот опенкаповский камуфляж, блядь? Уберите, пожалуйста, это задание. Я думаю, многие поддержат меня лайком по поводу этого. Подпишутся на мой канал, если вам очень понравилось видео. Если вам вообще понравилось видео, то подпишитесь на канал, ставьте палец вверх. И до новых встреч, друзья. Удачи вам в выполнениях этих миссий. Пока!